Не всегда по-доброму обращались с воспитанниками в школе-интернате «Братска». Педагоги оказывали на детей психологическое давление, наказывали их. За воспитание брались даже посторонние сотрудники охранного агентства. Это выявили специалисты прокуратуры за полтора месяца проверки после жалоб ребят. Все факты легли в основу уголовного дела. В придачу к еще одному возбужденному ранее. Расследование в разгаре, и, похоже, интернат еще долго будет в центре внимания всей области.